Всем привет, с вами Ася Кис, и сегодня будет вопрос-ответ. В своей группе ВК ссылку оставлю в описании. Я попросила, чтобы вы написали вопросы, и я отвечу. Так, поехали. Так, что ты больше всего ценишь в человеке и почему? Больше всего мне нравится в людях то, что все разные. Представьте, что было бы, если бы все были одинаковые. Одни девушки, одни парни, все злые, все хорошие. Это было бы тогда невозможно жить. Я не знаю, как это было, но... Это, я думаю, все люди разные, это очень хорошо. Ну, может, я даже не поняла правильно этот вопрос. Там было в человеке, я говорю про людей. Человек, это ведь как люди. Так что, если я неправильно поняла вопрос, объясни мне в комментариях, и тогда я пойму, и в следующий раз такую ошибку не допущу. Кстати, ребята, может быть, я даже вторую часть проведу. Так, YouTube или ВК? Надо подумать. Так, будем мыслить логически. YouTube. Там очень много хороших, смешных видео. ВК. Игры. Узнаешь о новостях, общаешься. Но я больше выбираю YouTube, потому что в ВК я в последнее время почти не сижу. И... Всё. Я очень редко сижу, кстати, в ВК. Вот. Ну, я выбираю YouTube. У тебя есть самая лучшая подруга. Да, есть самая лучшая подруга. Это Ани Рэй. Я ссылку на Ани канал оставлю в описании. Вот. Но это самая лучшая подруга. Ну, самая лучшая подруга это мама. Ну, не знаю, это можно посчитать, но как подруга это мама. Я не знаю. Но лучшие друзья это все. Вот все, с кем я дружу. Это мои лучшие друзья. Как самая-самая лучшая подруга это мама. Самая лучшая подруга это Ани Рэй и мои сестры, братья, тети, дяди. Вот. А лучшие друзья это все остальные. Вот так. Следующего. Просто какие у тебя планы на будущее? Я еще в будущем даже не думала. Я не знаю, я еще ребенок, но если опять как я куда работать пойду, я тоже работать не знаю. Я хочу то ну, одну работу, то другую, я не могу понять. Тем более мне еще надо учиться хорошо, чтобы пойти на одну работу, на другую работу. Ну ладно, так, следующий вопрос. Хочешь в школу? Да, уже сегодня 30 августа, послезавтра уже в школу. Ну, как понять хочу? Да, я хочу, но я не готова еще, я не закупила. Но если посчитать то, что у нас пятницу 1 сентября, суббота, воскресенье еще остается для покупки. Кстати, ребята, вы все сделали то, что вам задавали? Я вот это, нам сколько там, нам 5 книг толстых вот таких задавала, вот такие 2 толстые примерно где-то вот, и такие вот, вот, нам задавали, и я все прочитала. Так, следующий вопрос, любишь ли ты гулять? Да, гулять я очень люблю, вот я только что пришла с прогулки, у нас так прохладно. Вот я пришла, то, что мне видео надо снимать. Я... Простите, что, кстати, я давно не выкладывала. А, ребята. То, что на день города, вот, я не знаю, выкладывать или нет. То, что у меня, я не могу выкладывать. А... Ну, потом, давайте в конце видео. Так. Какие спортивные секции ты бы хотела посетить? Да, ребят, я сейчас хожу на лыжную секцию, базу, не знаю. И вот, я хочу ходить на самбо.
Да, кто знает, что такое самбо, ставь лайк. Ну, все. Уже все вопросы кончились. Вот. Ребята, новость дня, новость дня. Сейчас я вообще не знаю, сколько я, наверное, неделю буду выкладывать видео, потому что у нас такие неполадки, произошли неполадки маленькие, и я, наверное, неделю не буду выкладывать видео. Меня, простите, пожалуйста, я бы с радостью выкладывала. Простите, что я там не выкладываю, но сейчас я прям не смогу. Может, смогу, вот, если... Ну, не знаю, я правда, наверное, не смогу целую неделю выкладывать. Но потом я сразу, не знаю, 2-3 видео выложу в один день, может быть. Но я не обещаю, как вот получится, то, что у меня школа. И с вами была Ася Кис. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока!